проблемы по дворовым проездам не актуальны и имеются. Пытаемся эти данные проблемы решить, но пока с трудом. Зимнее время, ночное время, автомобили припаркованы собственниками в хаотичном порядке. То есть, куда нашел место, там и поставил, так называется. Соответственно, габариты пожарного автомобиля, они большие. Соответственно, чтобы проехать к какому-то дому, либо подъезду, там водителю нужно быть асом, маневрировать. Но зачастую получается так, что водитель проехать не может. Соответственно, не доехали до какого-то дома, приходится вручную прокладывать магистральные рукавные линии для тушения пожаров, для нужд спасения. Это является увеличением времени прибытия реагирования, также по спасению людей. Проблема актуальна практически по всему Заречью. На основании обращений жителей и просьбе организаций, специализированных организаций, которые осуществляют подъезд к соцобъектам, к жилым домам, там, для вывоза мусора, пожарной техники и так далее, было принято решение об установке дорожных знаков, знаки внесены в дислокацию, и сегодня мы провели плановый рейд по таким местам, выявили незаконную парковку транспортных средств, сотрудники ГИБДД сейчас выписывают протоколы, и будет вызван эвакуатор для эвакуации транспортных средств. Сейчас в городе проводятся мероприятия по инвентаризации таких мест. Мы определяем эти места. Ориентировочно их в городе порядка 80. На каждом из них будет найдено решение, как нам освободить проезд для того, чтобы могла осуществляться и качественная уборка, особенно в зимний период, и подъезд специализированной техники, и вывоз мусора. Установлен знак 3.27, это остановка запрещена. Соответственно, установлены таблички 8.24, это работает эвакуатор, и 8.2.4, это зона действия дорожного знака. Штраф предусмотрен за данное правонарушение, это статья 12.16, часть 4, нарушение пункта правил 1.3, правил дорожного движения. Штраф предусмотрен в размере 1500 рублей. Так как установлены таблички 3.27, это работает эвакуатор, машина, транспортное средство эвакуируется, доставляется на спецстоянку. И, соответственно, водителю уже нужно будет транспортное средство забирать со спецстоянки. Получается, если у нас водитель приходит, пока вот транспортное средство мы задерживаем, мы машину не эвакуируем, а выписываем только штраф. Выписывается штраф, машина не эвакуируется. Если машина на эвакуатор поднята и эвакуатор уже осуществил движение, то машина с эвакуатора не снимается. Она уже едет на спецстоянку. Девушка пояснила, что здесь работает, знаки она не заметила.